Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу, дивись ТБУ. Добрий день, шановні друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні до мене в гості прийшов адвокат, правозахисник, людина, яка вже 5 років представляє інтереси мешканців Донбасу. Борисичев Геннадій, вітаю у нас в студії. Я вас приветствую. Ну, одразу до справ давайте. Хотілося б поговорити про наступне. Дивіться, нещодавно Ігор Мосійчук на своїй сторінці в Фейсбуці написав страшну річ. Він написав, що прем'єр-міністр Гончарук домагався свого підлеглого. І цей підлеглий – це син друга пана Ігоря Мосійчука. І що б хотілося б зазначити, що ми пам'ятаємо, що Ігор Мосійчук – це екс-нардеп від партії радикальної, де, яку очолював Олег Ляшко. Так що, в принципі, досвід спілкування з нетрадиційними людьми, в принципі, у нього дуже великий. Так ось, і сьогодні пан Мосійчук знов написав на своїй сторінці, звернувся до прем'єр-міністра і написав наступне, що, мов, прем'єр-міністр, будь ласка, якусь відповідь ви нам дасте чи ні? Бо якось виходить, ви мовчите, сховали, як той страус, як той страус голову в пісок, дупу наверх, хоч в суд подайте на мене. Ну, от такі вимоги у пана Ігоря Мосійчука. Як ви вважаєте, це правда? Чому прем'єр-міністр не реагує? Ну, давайте по порядку. Давайте. Начнем с того, что все-таки любая профессия накладывает отпечаток. Я по профессии адвокат, по образованию юрист, и я привык верить фактам. В политике есть такой термин, как «мочилово». И я все-таки сожалею о том, что наша политика опустилась до такого низкого уровня, где люди пытаются разбирать на болтики семейные отношения, личные отношения. Если кто-то хочет мочить Гончарука, он действительно дилетант. В какой справе? Дилетант? Он действительно дилетант как профессионал. Мы видим его кадровые назначения, мы видим его заявления, часто абсурдные. Поэтому его на языке политического сленга есть за что мочить, не цепляя к его ориентации. Если Мосійчук ссылается на кого-то своего друга и сына этого друга, которому якобы домогались, пусть предоставит этого человека, пусть он даст показания в правоохранительные органы или выйдет на пресс-конференцию, чтобы это придать огласке. А это получается какая-то такая партизанская мочилова, которая, ну, попахивает грязным бельем и желтизной. По поводу ответа Гончарука, да, Гончарук действительно, скорее всего, правильно было бы, если уже есть резонанс в этом вопросе. Да, если уже есть резонанс, правильно было бы выступить конкретно с речью, что, ребята, так и так бы такое было, я ухожу в отставку, или такого не было, это все ложь, клевета, и я прошу предоставить доказательства тех людей, которые такое говорят обо мне. Теперь по поводу конкретно личности Мосійчука. После того, как он в 2014 году занимался дешевым пиаром на чучело, или на резиновую куклу, одевал фотографию Путина и пытался избивать эту резиновую, или, по-моему, резиновую куклу, то есть об уровне человека уже свидетельствуют его поступки. Ну, он, насправді, дуже така опасна людина, тому що він не тільки збивав, а він ще брав фотографію Кадирова і стріляв. Да, поэтому він, у нас плюс, кроме наш того, термінатор. Да, наш термінатор, кроме того, в открытом доступе в сети YouTube есть видео, где его лучший друг, экс-лучший друг, это именно Олег Ляшко, не раз признавался и рассказывал следствию в молодости, с кем он вступал в отношения, каким способом. А, да, это, мы все помним. Да, а это были нетрадиционные отношения. И также вокруг данной партии Олега Ляшка постоянно витают в воздухе опасения и подозрения и упреки в их нетрадиционности. Вы же понимаете, что в принципе это не традиционные отношения, это было раньше.
А зараз, ну, 5 років пройшло, ми якось там приєдналися до розвинутих країн, ми прагнемо. І, в принципі, може це не настільки вже соромно, ну, казати про те, що там є такі, навіть не знаю, як це сказати. У мене лично к этому отношение следующее, к таким нетрадиционным отношениям. Каждый человек имеет право заниматься тем, что он хочет. Но я считаю, такие связи есть неприродные. Почему неприродные? Потому что они не продолжают род человеческий, а наоборот его останавливают, развитие и продолжение. Далее, мы должны помнить, что род, развитие, продолжение своего рода, это не только размножение, это еще и период эволюции. Разные ДНК смешиваются. И происходят на свет новые люди, которые эволюционируют в своем развитии, в памяти, в объеме памяти, в навыках и так далее. Теперь, что касается пропаганды того, о чем мы говорим и в чем пытаются обвинить Гончарука. Пусть занимаются этим сколько хотят у себя дома, на дачах, еще где-нибудь, чтобы не было пропаганды. Если они пытаются это привить нашим детям, подрастающему поколению, то, конечно же, это будет нести пагубные последствия для нашей страны, в том числе не только для моральных каких-то ценностей христианских, но и для демографических ценностей. И этот факт нужно учитывать. Поэтому, учитывая личность того, кто распространяет эту информацию, его дружбу с Олегом Ляшко, который признавался на видео в своих нестандартных связях, мы должны как бы понимать, что информация такого человека вряд ли чего стоит. А если стоит, пусть ее подтвердит. Может, мы с іншого боку подивимось. Может, навпаки, ця людина, ну, тобто Олег Ляшко, він визнавав, що у нього трошки така нетрадиційна орієнтація. І, в принципі, це коло нетрадиційних людей, воно достатньо, ну, таке вузеньке. Якщо можна так сказати. От, і може від того він знає щось про Гончарука, а Гончарук знає, що він знає. Ну, може це отак закручено? Ну, в принципі, я так розумію, ваша позиція, що не варто зараз довіряти цим чуткам. Я вважаю, що лічність, которая Масійчука, которая распространяет это, в украинском обществе себя дискредитировала не один раз. Не выкликая довіру. Да, не выкликая довіру. Кроме того, есть большие сомнения в его ориентации. Кроме того, я также, так как дружин... Ну, видишь, удруженный, начебто, уже так похудав, так... А Олег Ляшко тоже теж удруженный. А, я понял. Вот, поэтому... Да, это аргумент. Да, на розі. Поэтому это как бы является прикрытием. Спецоперация прикрытие называется. Так что мы в данный момент должны... учитывать личность Масійчука, мы должны учитывать его общение с Олегом Ляшко, мы должны учитывать его непорядочность и дешевый пиар, который он использовал в течение 5,5 лет, будучи политиком, народным депутатом, имея этот статус. А также мы должны отдавать себе отчет, что премьер-министр должен на это отреагировать, поскольку информация стала достаточно обширной, и общество это достаточно ярко обсуждает. И если он сейчас не даст альтернативную точку зрения, если он сейчас не поставит точку, то в обществе мы живем в век, век информации постправды, и потом его уже оправдания спустя несколько лет уже обществом восприниматься не будут, на подсознании у каждого он будет восприниматься как человек с нетрадиционной ориентацией. Да, і водій скутера. Добре, давайте до наступної теми перейдемо. Вже давайте. Залишимо цю брудну справу. Нехай хлопці між собою давайте, самі вирішують. Оставимо тему потайних входів. Так, так. От, йдемо закриємо дальше, цю чорну задню дверь. Да. Дивіться, в цьому Російської Федерації це, скажімо так, центр досліджень провів дослідження, в якому, ну, він опитував людей, громадян Російської Федерації, і виявив, що кожен четвертий громадянин Росії вважає себе постраждалим від перестройки. А 41% громадян Росії вважають, що треба ввести нову пільгову категорію людей, які постраждали від реформ пана Горбачова. Навіть Госдума збирається, ну, подивитися, може дійсно треба прийняти цей закон. І я от про що думаю, а може і нам треба цей досвід до себе перейняти?
не стосовно перестройки, а стосовно, наприклад, Майдану, стосовно Революції Гідності. Може таке щось зробити і дізнатися, скільки людей вважають, що вони від гідності постраждали. Давайте розділимо этот вопрос на дві частини. По поводу росіян. Давайте. Я понимаю граждан Российской Федерации, вот эту 1/4 часть, поскольку они копили деньги в сберегательных кассах, системно работали, у них были определенные социальные лифты, по которым они могли подниматься, у них был привычный и стабильный уклад жизни. Да, в разные периоды Советский Союз испытывал определенные гуманитарные трудности, но по факту страна развивалась, запускала корабли в космос, строила ракетоносители, самолеты, пароходы, был сильный военно-морской флот. И промышленность различная, где продукция с высокой добавочной стоимостью достаточно хорошо развивались. Теперь, пострадали ли они от перестройки? Да, конечно, пострадали. Стоит ли ставить вопрос Российской Федерации о том, чтобы им компенсировали как-то, или эта категория была льготной? Я считаю вопрос, скорее всего, к Государственной Думе, к президенту Российской Федерации. Они должны в этом разобраться сами. Дальше комментировать, я считаю, не совсем целесообразно. По поводу льготной категории, которые пострадали от Майдана. Есть один из классиков, я вот уже не помню кто, сказал, что чем больше государство принимает законов и подзаконных актов, тем ближе оно к своему концу, как государство. То есть, когда достаточно много нормативно-правовых актов, они все переплетаются, часто противоречат друг другу, часто взаимоисключают один другой и создают очень много так называемых дыр для нечистоплотных с правовой точки зрения людей, которые этим пользуются. И так называемые коррупционеры их назовем. Теперь. Тобто маєте на увазі, що хтось може прийняти закон, але він, в принципі, всю законодавчу процедуру не знає, і тоді вони... Я по-другому вам об'ясню. В условиях, коли йде дуже жорстка поляризація общества, і люди розділені на Юго-Восток і Западну Україну з точки зрения ідеології, на своє прошлое, на настояще, на будущее. По-разному люди видять це будущее і настояще, і прошлое. Ми дійсно дуже зайняті зараз минулим і втрачаємо наше майбутнє. Так от, ці люди. Також по-разному дивляться на процес Майдану. Тому цілесообразним ставити питання не о том, щоб признати когось пострадавшим, тому що пострадавшими будуть намагатися стати всі. І це буде очередне яблуко роздору. Крім того, це фактично в нищій країні с постоянным дефицитом бюджета нельзя будет реализовать. Нужно ставить вопрос о наказании законном наказании тех, кто Майдан спровоцировал, кто первый начал стрелять в людей, кто в последующем начал стрелять и убивать людей, кто воспользовался людьми, которые по, там 300-400 тысяч вышли, никогда там миллиона людей не было, 300-400 тысяч вышло на Майдан и подобрал власть у людей после того, как Янукович сбежал со страны. Вот. И над теми политиками, которые спустя, как только Майдан закончился, пришли к власти и мародерили 5,5 лет. Вот ставить вопрос нужно об уголовной ответственности, чтобы наказание было неизбежным, чтобы каждый другой политик, который планирует прийти к власти или приходит к власти, он должен понимать, что что бы я сегодня ни сделал, я и моя семья в конечном итоге понесем ответственность. Что не будет так, что я сейчас украду и буду жить где-то за границей. Я в любом случае сяду в тюрьму, а мои счета арестуют, меня в любом случае в общественном поле преподнесут как преступника-уголовника, на этом моя карьера в этой стране будет закончена, и мои социальные связи со своими знакомыми будут разрушены и друзьями. Поэтому вопрос об ответственности номер один – неотвратимость наказания. Это лучшая профилактика. Где бы ты ни был, куда бы ты ни уехал, мы тебя найдем, мы тебя сюда вернем, и ты ответишь обязательно перед законом. Только вот так вопрос нужно ставить. Фонд Візенталя працювати, так? Що-що? Ну, фонд Візенталя, який, якщо я не помиляюсь, так називається, який, в принципі, займався тим, що після Другої світової війни знаходив злочинців, представників фашистської Германії. Ні, то я приведу другий пример. Я не вважаю, що нам потрібно так далеко уходити в історію. Нам потрібно повернутися немножко ближе к той стране, которая по факту сейчас занимается внешним управлением нашей страны, когда мы потеряли суверенитет после Майдана. Это Соединенные Штаты Америки. Я не поклонник этой страны, но я готов признать, что эта страна действительно великая, сильная, смогла всему миру после Великой Отечественной войны навязать свою валюту. Я попрошу на цьому моменте поставити гімн Сполучених Штатів. Ну, так буде цікавіше. Да, я вибачаюсь. Поэтому...
у них действуют следующие нормы закона. Где бы ты ни был, что бы ты ни совершил, отвечать ты будешь в Соединенных Штатах Америки, и тебя в Соединенные Штаты Америки в любом случае доставят и выдадут Соединенным Штатам. Вот так и у нас должно действовать. Нужно действительно пересматривать правоохранительную систему глобально. И давно уже назрел вопрос о создании новой конституции Украины, которая не просто декларирует бесплатное образование, бесплатную медицину, которых по факту нет, а о создании нового общественного договора, новых правил общежития, по которым мы сможем жить. Чтобы вы, общаясь на державной мове, на украинский, а я громадянин Украины, российскомовный, чтобы мы с вами находили общий язык, чтобы мы друг другу не перечили, мы не считали... Чтобы не так было, как у вас нещодавно на канале Львовском, НТА. Да. На Львовском телеэфире, да. Когда в прямом... Дуже раджу подивитися цей телеефір, якщо у вас достатньо сильна психіка, і тоді ви зможете витримати і додивитися до кінця. Когда определенные личности уже одіозны в українському обществі, чуть ли не говорили, що ми не той раси, не того ДНК, ми раби, русскоговорящие граждане Украины, и что мы вообще не существуем. Нет такого юридического понятия. Взагалі на эфир, мне кажется, мают приводить людей, которые будут забирать кровь, и в конце передачи сразу показывать результаты анализов. Это полбеды, если они, я думаю, если они будут действовать так же, как действовали в тот четверг, в прошлый четверг на своем эфире, который транслировался и на Эспрессо, на телеканале, я думаю, что они дойдут до того, что будут отбирать кал и мочу. То есть там вот попахивает инквизиция, попахивает пещерным патриотизмом. И попахивает калом и мочой. Да, потому что люди действительно потеряли уже грань цивилизованности, грань какой-то терпимости, толерантности к друг другу. Это факт. Я понял. Ну, дякую за эту тему, да. Цікаво. Будем думать. Дивіться, хотел бы продолжить тему національних питань, і допоможе нам в цьому Андрій Білецький, який приблизно 9 днів тому назад поставив пану президенту ультиматум, і в цьому ультиматумі він вимагав від президента, щоб той не дотримувався мінських угод, щоб він відмовився від формули Штайнмайєра і дав йому на це 10 днів. По-перше, хотілося б дізнатися, що може трапитись, якщо ці хотілки не будуть задовольнені зі сторони президента. Але перед тим, як ми це будемо обговорювати, давайте з вами подивимось одне відео. Відео 2010 року. Давайте. Мы, социал-националисты, имеем совершенно другой в этом плане взгляд. То есть, во-первых, геополитически, расово. Мы понимаем, что сепарация от России, такое, да, разделение, как бы, есть идиотизм. Видим ли мы в русских братьев, в значительной части русского народа, да. Об этом в первую очередь нам говорит биология и генетика. Это раз. В духовном плане, в первую очередь мы видим в русских националистах братьев. И то не во всей части, а в наиболее для нас адекватной. Ось така промова. Дуже класна курточка, десь рядом барсеточка мала бути, я впевнений. От хочу запитати, коли пан Білецький більш такий щирий? На цьому відео зразка 2010 року чи зараз? Чи може погляди у нього змінилися? Я далеко не фанат Білецького, його діяльності. Но я попытаюсь бути максимально об'єктивним, чтобы не принимать ни одну из сторон. Во-первых, видео 2010 года. Это задолго до конфликта с Российской Федерацией, до аннексии Крыма задолго и до боевых действий на Донбассе. Я вот, кстати, с Дмитрием Васильцовым спорил. Он говорит, что это чисто гражданская война и по-другому быть не может. И что в любой гражданской войне, как утверждает Дмитрий, помогает соседняя страна в зависимости от территории нахождения. А я говорю, что в любом случае есть такое очень обширное понятие «российская агрессия». Оно может быть в экономике агрессия,
в информации агрессия, как угодно. Это очень обширное понятие. И я все-таки придерживаюсь мнения, что это все-таки и ведутся агрессивные действия со стороны Российской Федерации, а инструментом является гибридная гражданская война, такое прикрытие, плюс информационное. Это мое глубокое убеждение. Но в общем мы с Дмитрием сошлись, что 90% умирающих на Донбассе парней и мужчин являются гражданами Украины с украинскими паспортами. Поэтому по поводу всех внешних признаков действительно является гражданской войной. Но я еще добавляю, гибридная война, которая была запущена Российской Федерацией. Без Российской Федерации, я жил в Донецке в 2014 еще году полностью и частично в 2015, без Российской Федерации, без инструкторов, без оружия, без правильной координации. Мы разумеем, что с двух сторон, ну у нас и тут с украинской стороны и американцы, и поляки были, и грузины. Мы прекрасно это все понимаем. Поэтому по всем первичным признакам, да, это гражданский конфликт. Но я все-таки хочу обратить внимание на то, что агрессия со стороны Российской Федерации действительно как от государства именно, не от россиян конкретно, действительно происходит. Теперь по поводу... Просто я хотел дещо запитати. Ну, мы тут чуем, что, в принципе, пан Білецький, пан Білецький трошечки, ну, он сказал, что відходити від Росії – це ідіотизм. И все ж, 2014 рік, це Євромайдан, правильно? Це Євромайдан, який був, скажімо так, напрямком його був рух до Європейського Союзу. І як виходить, що людина, яка, в принципі, казала про те, що нам треба йти до Росії, а вони потім приймають участь безпосередньо в Євромайдані? По поводу його висказування, ще раз повторюсь, це 2010 рік. Тоді нічого не предвещало. Якби в 2010 році нам хтось би сказав в мирній житті, що буде Майдан, що буде артилерія бити по Донецьку, а із Донецької артилерії буде бити по Донецькій області, де стоять вооружені сили України, никто бы в это не поверил и покрутил бы виском, ой, пальцем возле виска. На тот момент он так считал. Действительно, действительно, с точки зрения психологии, можно верить больше тому раннему Белецкому в кавычках. Почему? Потому что он еще тогда не был политиком, он еще не был, он только хотел им стать, он был активистом. Он тогда... Не было обставлен, как бы тиснуло на его думку. Да, не было обстоятельств. Люди устроены все по флюгерному типу. Когда общество начинает над человеком наседать и порицать его мнение, он начинает это мнение менять постепенно. Только самые сильные люди, стержневые, у которых есть внутри стержень, действительно... Как я. Да. Ну, или как я. Как мы. Да. Вот. Действительно может устоять. Поэтому, конечно же, с точки зрения психологии, я больше верю раннему Белецкому в 2010 году, на которого не было внешнего давления, и который еще не знал всех тонкостей политики, который жил, вырос, состоялся как личность в определенной парадигме в городе Харькове и так далее. Теперь, что касается нынешнего Белецкого, он уже политик, далеко не успешный политик. Почему? Потому что в 2014 году он сказал, что его призвание защищать родину. Взял в руки оружие. Хочу также подчеркнуть, и как Александр Семченко, тоже известный блогер, говорил, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, с украинской стороны выдавалось оружие так называемым добробатам неофициально. Они не, с точки, это есть нарушение закона Украины. Но тогда, тогда руководство страны определяли это военной целесообразностью. Можно больше так детальнее, неофициально выдавалось, то есть людина, ну, ей выдался автомат? Сейчас объясню, да. Не существовало вообще юридического понятия добробаты, не было специального закона, они никак не были интегрированы в правоохранительную систему, то есть это были, по большому счету, бандформирования, которым власти Украины выдали оружие. А цікаво, если у людини навіть дозволу нема на те, щоб використовувати зброю. Правильно. Это уже следующий вопрос, который нужно будет настоящему президенту, у которого в кавычках будут яйца, мужские настоящие, разбираться в ситуации. Да. Целесообразностью это было вызвано на тот момент, но надо отдавать отчет, что действительно было нарушение закона. Кто издал такие приказы? Кто кого просил, кто открывал оружейные комнаты, кто укомплектовывал людей. Были там и нормальные люди, которые брали с украинской стороны оружие. Ну а были же и уголовники, которые на Майдане несколько месяцев кушали, пили бесплатно,
громили по ночам рестораны и витрины магазинов, а потом взяли оружие с 2-3 судимостями и пошли на Донбасс мародерить. Многие же пошли туда не воевать, многие же пошли зарабатывать деньги. И Новая Почта тогда была завалена новыми холодильниками, телевизорами и всем другим провиантом, который отжали у местных жителей. Потому что местные жители спасались, бросали дома, как они есть, потому что ложились рядом с их домами снаряды. Так что я вынужден верить более раннему Белецкому. Теперь он уже политик. Вот он сначала заявил, что он хочет защищать родину. Он ушел в марте месяце в Добробаты. Угу. После чего, ровно через полгода, он уже стал народным депутатом. В Верховной Раде у него, по-моему, больше всего прогулов из всех народных депутатов. Я думаю, они десь с Ярошем десь... Поряд, может быть, по-моему, по-моему, он один из лидеров. Я не хочу точно говорить. Ну, справжний лидер. Да. У всему моему. Да, бути поэтому. А после того, как он потерял депутатский мандат, он не спешит возвращаться на фронт. То есть сначала ты говорил, что это было твое призвание. Ты взял в руки оружие, потом ты быстро оружие оставил и пришел в парламент. В парламенте ты не работал, а когда потерял мандат, ты не вернулся на фронт. Что происходит? И по поводу его... Ну, якщо повертаємо до ці 10 днів, от зараз закінчиться цей срок і щось буде? Ну. Объясняю, нічого не буде. Максимум он соберет молодняк, общественные организации, которые не имеют никаких, по большому счету, правоохранительных полномочий. И будут ходить по улице, жечь факел, кричать какие-то кричалки и тем самым пытаться кошмарить нынешнюю власть. Я считаю, что любое государство уничтожается как государство, прекращает действовать, когда оно теряет монополию на насилие. То есть это армия, прокуратура, МВД и другие правоохранительные структуры. Монополию на сбор налогов с населения и монополию на печатный денежный станок. Как только эти монополии потеряны, любое государство прекращает действовать. В данный момент при президенте Зеленском, к сожалению, мы видим его политическую волю, но мы не видим механизмов реализации его политической воли. То есть силовой аппарат, он полностью отдает улицы. И уличные политики, в кавычках, которые имеют определенные сетки людей за деньги, идеологически, уже не важно, выводят на улицу и давят на президента. Президент, как сказать... засовывает свою политическую волю куда-то глубоко в карман и пытается подыгрывать улицы. Хотя, опять же, что мы имеем по факту? 73% людей, которые пришли к избирательным урнам, проголосовали за нового президента, который обещал мир в стране и борьбу с предыдущими коррупционерами. По факту мы имеем, что меньшинство, 8% максимум людей активных, навязывает президенту Украины свою волю, а президент Украины присмыкается перед этим меньшинством. Если люди хотят жить в демократическом обществе, демократия – это не вседозволенность. Демократия – это жить по законам Украины и право избираться, выбирать и быть избранным в органы власти. Все, на этом демократия заканчивается. Дальше идет сугубое исполнение законов Украины, административных, гражданских, уголовных, хозяйственных. Нужно это понимать. Как только мы начинаем слово «демократия» воспринимать в понятии вседозволенности анархия, все, что угодно скажу, на кого угодно скажу, так это не работает. Поэтому после того, как пройдет 10 дней, максимум, что мы можем ждать, это шествие на так называемых националистов, которые по факту пропагандируют фашизм, то есть язык неприязнь к чужому мнению через физическое насилие. Вот вы сказали что-то против них, они взяли вам, сломали нос, побили, облили зеленкой, заплевали, закинули в мусорник, и можно спалили машину, устроили в Фейсбуке травлю, что вы такой сякой, чемодан, вокзал России, как они любят говорить. Это же не демократическое общество. Цікаво, вони оці дії зараз будуть проводити, якщо врахувати те, що зараз, наприклад, Конгрес Сполучених Штатів Америки збирається внести по указов в перелік терористичних організацій на рівні з ІГІЛ. От хотілося б дізнатися, чому 5 років пройшло і тільки зараз Сполучені Штати Америки побачили і почали обговорювати цю тему. І до чого це приведе взагалі? У мене є предположення, чому. Соединенные Штаты Америки, руководство Соединенных Штатов Америки только сейчас подошли к этому. Ранее от Америки в Украине правил бал господин Байден.
а именно, который имел финансовый интерес через своего сына в нефтегазовой сфере, в энергетике. Фирма «Буризма», мне кажется. Неважно, какая фирма, мы говорим в общем. Mm-hmm. Зрителям важно знать общую суть, не нужно усложнять. Да, эту, не усложнить. Да, да, просто, это, да, эту элементарную схему, чтобы мы смогли разобраться по его лобби-группам в Украине, по поводу, где занимался конкретно его сын в этих бизнес-интересах. Поэтому мы должны четко понимать, что сейчас парадигма меняется. Демократы с республиканцами вступили в жесткое противостояние. На кону новый... Мало сказано. Там... Да, в жесткое противостояние. Да. На кону цена президентства Соединенных Штатов Америки. И поэтому сейчас республиканцы, имея большинство во власти Соединенных Штатов Америки, будут всячески лоббировать и подкашивать ту структуру, которую выстроил в Украине их оппонент. И всячески будут стремиться, наверное, не просто признать различные группировки националистические, нацистскими или еще какими там праворадикальными, признать их террористическими организациями, как хотят. Они, скорее всего, будут бить еще и по уголовным делам, расследуя экономические какие-то преступления, где американские политики в Украине, пользуясь безнаказанностью, пользуясь отдаленностью от своей родной страны, гражданами, которые они являются, занимались там в прямом смысле слова бизнесом. Використовуючи нацистів, в принципі. В тому числі, тому що тоді... Просто я до чого веду, тому що, в принципі, демократичні сили, вони намагаються переконати всіх, що Трамп, він є нацистом, що він націоналіст, там, white power і все таке. А так Трамп може показати, що, в принципі, Байден, от він якраз та людина, яка користується допомогою націоналістичних батальйонів. Ну, я так просто собі уявив, може я і помиляюся. А може і ні? В 14-му, в 15-му, в 16-му, а іноді і в 17-му годах, коли вертикаль правоохоронної системи в Україні була не вистроєна жорстко, она и до сих пор достаточно слабо выстроена, как бы там Авакову не приписывали медали. Многие бизнесмены и бизнес-группы действительно использовали добровольческие батальоны для решения своих хозяйственных задач и для обеспечения безопасности. В том числе и для нелегальной торговли, и для нелегального бизнеса, охраны такого бизнеса. Это ни для кого не секрет. В данный момент... Если такая организация у Белецкого существует, она пропагандирует определенные ценности, там белая кость, я не знаю, там расовая какая-то принадлежность кому-то. Не хочешь никого расстраивать, але у всех белая кость. Да. Ну да, поэтому, ну в кавычках же белая кость. Поэтому американцы сделали вывод, что в данный момент этот батальон на территории Украины, не батальон, а это подразделение общественное на территории Украины уже приносит определенную угрозу, опасность, составляет опасность. И, конечно же, политическими механизмами красиво через народное, международное порицание пытаются закапсулировать эту организацию, дабы с ней никто не работал, и она в Украине стала словом нарицательным. Но, опять же, это связано только после с тем, что уже у определенных политиков нет бизнес-интересов американских в Украине. Ну, в силу зміни державної влади. Добре, дякую за таку інформацію. А тепер давайте в рамках нашого громадського опитування, де ми цікавимось думками відомих блогерів, давайте подивимось, що на цю саму тему нам розповість канал Клименко Тайм і рубрика «Політика в печенках». Дивимось. Це ТВУ. То блогери України. Це ТВУ. Тут немає табу. Итак, что же там насочиняли американские конгрессмены про шуцбатальон «Азов»? Поводом для написания стала недавняя атака в немецком городе Галле. Там 9 октября 27-летний ультраправый Штефан Б. пытался устроить бойню в местной синагоге и убил двоих случайных прохожих. Еще двое были ранены, прежде чем его задержала полиция. По сообщениям немецких властей, мотивами стали антисемитизм и идеи расового превосходства. Причем, возможно, нападала организованная группа, а не Штефан Б. в одиночестве. Конгрессмены вспомнили и о мартовской стрельбе в Новой Зеландии, где такой же праворадикал Брентон Таран напал на мечеть, убил 51 человека и ранил еще полсотни. Примечательно, что Украина косвенно вляпалась в эту историю. Посольство Новой Зеландии в августе выступило с протестом против того, что через интернет у нас можно купить печатную версию манифеста этого стрелка. Наш МИД, естественно, обеспокоился и даже передал информацию в СБУ. Но это дело закончилось. В манифесте, кстати, есть слова: «Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине».
Видно, кому-то из местных его единомышленников такой посыл понравился. Вот и пустили этот мини-майнкампф в тираж. Так вот, конгрессмены на основе этих двух случаев говорят о растущей угрозе терроризма белых расистов, проводя знак равенства с терроризмом исламистским. И дядюшке Сэму стоит на них обращать внимание такое же, как и на условный ИГИЛ. Критерии Госдепа по включению в список иностранных террористических организаций простые. Это уже вовлеченные в терроризм или имеющие цель и возможность вовлечься в него организации, которые угрожают гражданам США или интересам штатов. Но есть такие организации, которые под описание подпадают, а в списке их нет. Вот конгрессмены и озаботились. Например, пам-пам, батальон Азов, известная ультранационалистическая милитарная организация, которая открыто принимает в свои ряды ненацистов. В 2018 году Конгресс уже прямо запрещал любое прямое или косвенное финансирование Азова, а ООН неоднократно фиксировал случаи нарушений прав человека и пыток. А при этом в полку, согласно данным ФБР, проходит службу или подготовку несколько американских граждан. А пройдя там курс подготовки, они могут вернуться и вдохновиться примером немецкого или новозеландского стрелка. Трамповская национальная стратегия по контртеррору, выпущенная год назад, упоминает две европейские ненацистские организации – Скандинавское Северное движение сопротивления и Британское национальное действие. Однако в список Госдепа они не включены. Вот конгрессмены и напомнили Помпео, чтобы он посерьезнее относился к угрозе от организаций белых супремасистов и включил их в одну кампанию с ИГИЛом, Хамасом и Аль-Каидой, в том числе и Азов. Ответ ждут до 4 ноября. Примечательна, кстати, фигура инициатора этого письма, который и собирал подписи коллег. Это демократ Макс Роуз, представитель Нью-Йорка, ветеран Афганистана. Именно он опубликовал обращение в своем твиттере. Что примечательно, по отцовской линии он происходит из одесских евреев, и потому его обеспокоенность вопросом украинских неонацистов выглядит тем легитимнее. Относится он к демократам-центристам, оправдывал операцию в Афганистане, голосовал за импичмент Трампа. Так что наверняка инициатива по осуждению Азова появилась не без ведома круга Джо Байдена и связана с продолжающимся Украина-гейтом. Забавно, что к конгрессмену в твиттере пришли патриоты-диаспоряне и, что бы вы думали, обвинили его в работе на Путина. Полюбуйтесь, связь между Азовом и терактами в Америке очевидна. Очевидно для кого? Вопрошает Сашко Костюченко. Пользовательница с желто-блакитной гаммой на юзерпике отвечает: для живущих на российские деньги от Путина. Горилла дупа палала. Простите. Впрочем, увлекаться хитросплетениями интриг и подводить все к тому, что Сорос топит Авакова, как это делают в некоторых телеграм-каналах, не обязательно. Факт остается фактом. Украинские ультраправые зашкварились уже настолько, что от них отмежевываются уже даже западные друзья Украины. Пока, правда, утюжат именно Азов и его производные. И это не первый случай. С американской стороны первая атака в их сторону сделали еще год назад, об этом я говорил. Несколько раз по поводу Азова возмущались и в Bellingcat. Организация, которую считают чуть ли не пресс-службой Ми-6 британской разведки. Там неоднократно публиковали расследования и о тренировочных базах Азова, и о ненацистской составляющей. Например, этой зимой, в разгар избирательной кампании, еще до скандала со Свинарчуками, Bellingcat опубликовал расследование, как норвежец Йоахим Фурхольм вербовал американцев в Азов. Очевидно, именно на эту информацию и ссылаются в письме конгрессмена в главе Госдепа. Сам он успел послужить в ВСУ, потом перешел в структуры Азова и завербовал, по крайней мере, двоих американцев. В Азове тогда ответили просто и без затей. Это все ложь и попытка очернить движение. Спикер нацкорпуса Чернышов заодно указал, что нечего, мол, путать Азов с самим нацкорпусом. Совершенно же разные вещи. И люди разные где. Норвежец был, американцев не было и вообще Bellingcat подыгрывает Путину. А этим летом британские расследователи сообщили о том, что праворадикальные организации получают финансирование от украинского правительства, якобы на национал-патриотическое воспитание. 845 тысяч гривен в этом году выделено на проекты около азовских организаций, в том числе и на всякие детские лагеря. Отдельно упоминается и Си-14, тоже получающая копеечку из этих денег, причем в Bellingcat подчеркнули причастность этой организации к убийству Олеся Бузины. По данным расследования, курировал это все дело замминистра молодежи и спорта Николай Ляхович. Я уже как-то о нем рассказывал, что он подмутил выборы в общественный совет при министерстве с целью протащить туда карася. Правда, правительство уже поменялось, отдельного министерства нет, а вместе с ним и такого общественного совета тоже нет. Впрочем, цирк сменился, а клоунада такая же. Наш новый Кабмин за 50 дней уже успел повстревать
в миллион скандалов и миллион раз оконфузиться. И памятное выступление премьера Гончарука на концерте ненацистской группы Сакира Перуна лишь жемчужинка в этой диадеме. Премьер оправдывается, что его подставили подчиненные, в том числе и министерка по делам ветеранов Оксана Коляда. Вообще складывается так, что понятие «ветеранское сообщество» стало эвфемизмом, благообразным прикрытием для ультраправой тусовочки. Добровольцами на Донбасс преимущественно шли те, кто прошел через Майдан, а это или непосредственно зиганы, или люди, плотно попавшие под влияние националистических идей. Между ними, конечно, есть разница, но по плодам своим они суть одно и то же. Вояки ЛДНР, то понятно, враги, но для них врагами также является и мирное население, и неконтролируемых территорий, да и всего Юго-Востока вообще, по большому счету. Причем весьма иронично, громче всех от лица ветеранского сообщества пытаются кричать те, кто не особо-то на передовой и бывал, Си-14 ярчайший пример. Азов-то действительно имел участки на передовой до 16 года, а некоторым и вовсе было неинтересно там находиться, пару фоток сделали и хватит. Ну, собственно, это все тоже не оставили без внимания в Беллинкэт. Эта организация, как мы помним, в 2014-2015 годах больше занималась поиском российского следа в крушении малазийского Боинга на Донбассе. Теперь же на украинском направлении они занимаются почти исключительно ультраправыми, сдвиг весьма красноречивый. По поводу конфуза Гончарука они мочили не столько неразборчивого в связях премьера, сколько, например, организатора концерта Андрея Медведька. Ему припомнили и убийство Бузины, и то, что он публично зиговал на камеру, и то, что под фоточкой премьера на концерте дописал 88. Субкультурное зашифрованное приветствие «Хайль Гитлер». Вроде бы ничего нового, важно здесь не сообщение как таковое, а то, что источник такой. Был Беллинкэт нашим патриотом дружок, а теперь что-то уже нет. Что ж, сэры из англосаксонских столиц отмежевываются от украинских ультраправых. То ли Мавр уже сделал свое дело, то ли они внезапно прозрели и ужаснулись. А жовто-блакитные хунвейбины продолжают свою белую реконкисту. Немножко как в старом сюжете из Каламбура, если помните, где одинокий потерявшийся немецкий танк продолжает колесить по Африке и стрелять по зулусам, не зная, что Германия мировую войну уже проиграла. Для того, чтобы испытать танк и при этом раньше времени не разрушить Европу, он был заброшен в Центральную Африку для порабощения непокорных зусулов. Через некоторое время в целях безопасности все, кто знал о существовании этого проекта, были уничтожены и о танке забыли. Тем не менее, его бесстрашный экипаж в составе командира майора барона фон Швайцкопфа 12-го, наводчика Ганса Шмульке и простых солдат Дранкеля и Шранкеля не забыли о своей великой миссии и готовы были до конца выполнить свой долг. Им и Беллинкэт делает информационную атаку на Украину, и 40 американских конгрессменов тоже атакуют именно Украину. Ну то есть для зигующих отморозков именно они сами и есть Украина, а не мы все с вами. Связано ли это все с текущими политическими событиями у нас, не столь очевидно. Даже если Помпео и внесет Азов по итогу в список террористических организаций, для Украины проблема не исчезнет. Они будут продолжать срывать мирный процесс, саботировать разведение сил и на этом пиариться. У ультраправых структур уже хорошо налажены сети по вербовке и обработке школьников и прочей молодежи. Сила фашистов измеряется не процентом голосов на выборах. Этот урок был пройден многократно и в разных точках мира. А силы, способные им противостоять, в Украине сейчас не особо прослеживаются. Так что пока можно лишь поприветствовать проснувшийся западный антифашизм. ЦТВУ. То блогеры Украины. ЦТВУ. Тут немає табу. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ блогери України». Я дуже дякую Геннадію за те, що він сьогодні у нас був в гостях. А ви, шановні друзі, не забувайте слідкувати за нами, підписуйтесь на наш YouTube-канал, шукайте і знаходьте нас в соціальних мережах. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ, для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ, про блогерів шоу, дивись ТБУ. Yeah.